замечала зрителей, я была полностью с головой в гонке, поэтому зрители меня не отвлекали, и я работала сама с собой. Ну, приятно бежать какой-то. Конечно, приятно. Поддерживают. Это очень здорово. Конечно, довольны более чем, потому что мы проиграли вот столечко сборной России, которая выступала за Ханты-Мансийск, и выиграли сборную России из Свердловска. Лиза у нас вообще еще юниорочка, поэтому старалась ее настроить, чтобы она не волновалась. Я говорю: Лиза, все будет хорошо, ты сильная. В общем, сказала ей хорошие слова, и она умничка, справилась даже лучше, чем я. Отдали, было видно, да? Я не последний, я уже с третьего круга все отдавал. Сегодня трибуны переполнены. Насколько для вас это важно? Очень важно, потому что я думаю, для каждого спортсмена, чем больше болельщиков, тем ярче атмосфера, энергичней. И они нам только придают силы не только на трибуне, но и на дистанции. Мне понравилось, что все-таки у нас разрешили выходить на трассу. Сделали все, чтобы комфортно было передвигаться, и пешеходные переходы сделали. Это для нас прям очень здорово, потому что они нас подгоняют, они нас поддерживают, они нас заряжают. Спасибо им большое.